Всем привет, с вами Марс, мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. В прошлой серии мы вступили, можно сказать, официально, хотя даже еще пока не официально, на сторону Легиона. Я побывал в Нельсоне, где сделал задание «Имя мне Легион», зачистил лагерь от НКР. Теперь я пришел в лагерь Маккаран для того, чтобы немножко улучшить репутацию с ними. Я хочу поубивать чертей. У тебя проблемы с чертями? С чертями? Damn right I am. And I've got three fiends. Хорошо. Как их зовут? First one. I'm not you. Так, давай-ка с самого последнего. One thing I should tell. Самый сложный это шеф-шеф, да? Хорошо. Так, ну с маленьким паршивцем я разговаривал. You bring me a... Это такой right. Охотник за головами, у которого манечка величия. Охота за головами. Так, покажи-ка мне локацию. И что? Поговорите о шеф-шефе с маленьким паршивцем. Ну, по-любому мне надо с ним говорить, да? Ладно, черт. Поболтаем. Так, вот он, да? Да. Что расскажешь? Yep, I'm still here. The rapist with the flamethrower? Огнемет. Разберемся. Ведите куни, да сейчас, блять, я и так разберусь. Подумаешь, там какой-то дебил с огнеметом. А, есть один нюанс. Хорошо, что я сейчас про него вспомнил. Нельзя стрелять им в голову, то есть, чтобы ее не повредить. Это очень плохо. Но ничего, я думаю, если попадать по конечностям, по оружию, то проблем с ними не будет. Но это всего лишь предположение. Хорошо, что я оделся как боец НКР. Прикольные такие джинсы. Вообще. Так, а где у нас обитает шеф-шеф? О, блин, я походу помню этот мост. Вы его не заминировали случайно, ребятки? Что-то такое уже было. Так, тут есть враги. Прямо здесь. Что, давайте посмотрим. Какие тут проблемы-то с чертями? Если это вообще черти. You thought you could hide from me? You like the sight of your own blood? You like the sight of your own blood? Ты вообще кто такой? Воу, я даже не попал. Куда ты? Да блин! Согласитесь, выстрел был хорош. Так, что-то я начал нервничать уже прямо. Прямо полюто от души. Где вы, прелести мои? Куда вы подевались-то? When
I find you, I'm going to eat your spleen. Ой-ой-ой. Меня там обещают сожрать. When I find you, I'm going to eat your spleen. А ты где? Где ты? Детка. Выйди, ну пожалуйста. Ну пожалуйста, ну детка. Вот. Держи. Что-то не пошло там, да? У тебя с едой. Винтовка ковбоя. Смешно. Я такими патронами уже давно не пользуюсь. Кому получится или нет? Нет. Ой, что-то там. А, ножку-то пооторвало, да? Хорошо. Ой, еще один черт. Бежит. Чё, не упал? Не, не упал. Зло. Так, ну им везет, я вам скажу, пока что. Точнее, не им, а мне. А где шеф-шеф? Шеф-шеф, ты где? И почему у меня так много указателей на карте? Вот еще такая фигня. Но я где-то уже рядом. Очень рядом. А, главное запомнить, шеф-шефу нельзя стрелять в голову. Чертяка. Не стоит. Ты тоже просто черт, да? Где ваш шеф? Точнее, где шеф-шеф? О. Его на мать. Крутой. Крутой-крутой. Получится или нет? Сейчас посмотрим. Стоять. Очень плохая идея вот сейчас у меня нарисовалась, поэтому... Черт, что с ним делать? Да, пошел. Подожди, подожди, не спеши. А, менданты, огнемет, да, топливо для огнемета обязательно. Ой, 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 что-то там вообще совсем. Ты там не это самое, не буянь. Шефом разобрались вроде как, да? Давайте-ка еще стимпак один примем. Знаете, как-то стало проще, когда я поустанавливал там те импланты, когда прокачался уже по-людски. А это что? Что это такое?
А, ты слышишь? Выполнено. А. Это тоже шеф-шеф, значит. Ты посмотри. Это вся корова шеф-шеф. И ничего не знаю. Так, а чё это за заправонька тут у нас? О, я походу помню, что это такое. Ага. Точняк. Тут бы как-то аккуратнее это все сделать. Тут у нас живет собачница, вторая мишень. Тоже ее как-то бы выцепить аккуратненько. Давайте еще раз сохранимся и посмотрим. Через прицел. Вот она выйдет, да? Есть. Просто как влетая. Давайте, собачки, по одному. Это чё? Ой, даже не хочу проверять. Автозаправка Посейдон. Ой, зря я начал перезаряжаться. Чё, собачки? Ходит вам или как? Я думаю, нормально. Не, он еще что-то бежит. Что-то как-то не демократично получается, да? Вроде обещали, все мирно будет. А, стоп. Мне же никто не обещал, что будет мирно и спокойно. Ну ладно, тогда сойдет. А чем ты их? Человечиной? Человечиной? Сколько стоит? Нет. Так. Ну, давай ты сюда головочку свою. А, патрончики, 3 психа. Вообще нормально. Возьму еще эту винтовку, сейчас починю свою. Ой-ой-ой, супер стимпак. Ну, 5.56. Ладно, где-нибудь продам. Знаешь, просто интересно, она стреляет 308-ми, то есть моими патрончиками, а хранит 5.56. Возьму, конечно. Топливо для огнемета тоже хорошо. Хотя вода мне не нужна, в принципе, но пускай будет. Силовой кастет. Нормально. Кстати, кастетчики — это тоже такое у них было, докторский саквояж, то, что надо. А кастетчики — это тоже довольно-таки уникальная получается тема, потому что вроде как очень близкая дистанция, но там и урон соответствующий. О, мои патрончики. Но там и урон соответствующий. Там вот может быть урон даже покруче, чем у крупнокалиберной винтовки. Ну, разумеется, у крутых. У крутых кастетов. Ну, а лучше, чем крупнокалиберная винтовка, я оружия не видел. Ну, разве что еще какого-то там толстяка, что ли. Яркола заберем. Ясно, короче. Масса полезных вещей. Ящик с инструментами, изолента. Да, действительно, масса полезных вещей. Так это что? Даже с программиста возьму. Пускай будет, может пригодиться. Если я про него вспомню, конечно. Когда придет на то время. Что тут еще у нее? Вагончики, может, что есть? Как-то не особо. Тут у нее собачки жили. Да? Да. Ничего. Ладно.
Хорошо, что я вспомнил, что тут еще у нас кошатница живет. Ой, нет, кошатница, собачница. Лагерь Маккаран. И хорошо, что я с ней разобрался. Не придется дважды ходить. Сейчас дам голову шеф-шефа и голову этой. Забыл, как ее зовут. Но та и не важно. Подниму немножко репу свою по отношению. I've heard that Securitrons are nastier than ever. Бывает что. Надо будет еще заявиться к Братству Стали, только я не помню, где они у нас обитаются. Я слышал, еще на карте где-то ходит подружка, которая была раньше в Братстве Стали. Тоже надо будет ее найти. Вот, чтобы вы видели просто, что у меня по заданиям сейчас. Сообщите Эйсмену, что вы решили проблему каннибализма в обществе белой перчатки. Сообщите Эйсмену, что вы решили игнорировать белую перчатку. Сообщите Эйсмену, что можно игнорировать Амерту из Гаморы. Еще надо посетить Братство Стали и Ред Рок. А там уже посмотрим. Просто, знаете, как-то не особо хочется рушить отношения с НКР. I see you're still alive, and that's... Да. Хочу получить награду. That right. You killed one of the... God damn it. That's Violet, all right. You've made me one happy son of a bitch, you know that? Here. This is the bounty I put on her head. It's yours. Think you can take down another one of these scumbags? Вообще-то у меня еще одна голова. You killed another one? Let me have a look at the head. Yeah, that's Cook. Did he always smell like this, even before he was dead? And the fiends let this guy touch their food? Well, this is payback for at least one of my troopers. She'll be glad to know he's dead. Here's your caps. That's two psychopaths dead. Ладно, я займусь этим Нефи. You've got some guts. I'll give you... If it's a... Хорошо. Где он? Ясно. You've got... До встречи, чё? Так, а где у нас этот товарищ живёт? Я думаю... Убежище номер 3, автозаправка Посейдон. Ну, давайте-ка отсюда. А там уже и убежище номер 3 рядом. Не помню, что-то знакомое такое. Все. Ну, я в свое время хорошо, плотно довольно-таки играл в Fallout New Vegas. Хорошо все знал, хорошо все помню. Тем не менее. Так, вот сюда. Но тем не менее прошло уже много лет. Уже около 5, наверное. Даже больше. Знаете ли, великолепно. Все-таки Skyrim сделали на немножко переделанном движке Fallout New Vegas. И оно все смотрится просто великолепно. Ой-ой-ой, что-то у вас там дофига. Ушел. Скрытная атака, кстати, неплохой урон.
что там палево, что ли? Давай, сальтух. Они там со своими вармент-винтовками, это просто... Просто избиение. Осторожно, но я никого не вижу. О, товарищ. Блин, надо бежать. Чем ты меня бить будешь? А ну давай. А нога что болит, да? Болит нога, ну. Бывает еще. Так, пофаут. Наркоманчиком был. Давай сюда свою голову. Клюшка Неффи. Ну, неплохо урон. Психа у тебя я тоже заберу. Да, аккуратно я так-то извлек голову, получается. Ну ладно, не важно. В принципе, с ними покончено. Давайте посмотрим, что у них там было. Ну, естественно, кроме бесполезных вармент винтовок. Винтовка ковбоя была. Это такое. Хорошо я их со скрытности-то положил. Мне аж самому понравилось. Что-то я особо не наблюдаю. Это вармент винтовка, верно? Да. Даже брать не буду ничего из этого. А, просто что-то как-то припасы же у них должны были какие-то быть или нет. Чё, нет? Совсем нет? Да. Он был не такой запасливый, как собачница. Так, ну давайте-ка в лагерь Маккаран. В таком случае. Сдадим последнюю голову. И можно будет уже в Нельсон. А с Нельсона уже чухать к Цезарю. Или нет. Или да. Посмотрим. Хотя постойте-ка. Где-то здесь еще был интересный персонаж, которого можно было допросить, и это тоже полезно бы было. Не знаю, сейчас посмотрим, найду я его или нет. Винтовочка уже немножко загробил свою. Это совсем чуть-чуть. Она еще в приличном состоянии. Последняя голова, товарищ. Последняя. Still working on that last bounty? Хочу получить награду. If that's true, that'd... Well, well, well. Driver Nephi. Nothing to say, you son of a bitch. No tips on my golf swing. Lost a lot of good men to this psychopath. Morale's gonna be better now that he's gone. Here's the bounty I promised. Now that's over with. I'd send first recon down to Camp Forlorn Hope, but I heard it's overrun by the Legion. Bastards. You've been one hell of a stroke of good luck, you know that? Those three scumbags probably killed 20 NCR troopers. And you bring them down alone. Wish I had a few grunts as good as you. Damn good working with you. НКР свой человек. Че, серьезно, что? Ладно, допустим. НКР свой человек. Да не что, в принципе. Как два пальца об асфальт. Так, давайте-ка походим по этому зданию и посмотрим, что тут есть, чего тут нету. Потому что я помню, тут где-то пленный центурион был. Я не уверен, конечно. Ой, что-то.
что-то подлагивает все. One of the ranger vets looked at me, and I just about surrendered. Boyd's in there with a prisoner right now. Boy, is she pissed. Хорошо. What is it, soldier? Нужна помощь? Yeah. So far, this has gone exactly as expected. We captured an honest-to-God sentry. Все-таки серьезно? Better believe it. There's... But here... Хорошо. Well, I don't know about you, but to me, that sounds like a... Как насчет накачать его сывороткой? Don't have anything like that. Sounds nice. Like the kind of thing I'd want to take home and use on my husband. But even if we did, I don't know that I'd be comfortable using it. If there's any risk of overdose, it's not worth it. Asshole's too valuable. Хорошо. Ты его обзывать и ругать пробовала? Yes. And one time I thought I saw a tear when I told him his uniform was unflattering. But I think he just got some dust in his eye. Уродливая форма, да уж, ты его обидела наверняка. Просто изби. I like the way you... Problem is that the NCR... But here's my favorite thing about you. You're not in the NCR. Plus, for all this guy knows, you're completely insane. And... Ну, ладно. Ты хочешь поручить мне это задание? I think if you rough him up enough, and... So let... We go... Ладно, приступим. That's the... Long time... А знаете, в чем заключается моя идея? Я сейчас могу заслужить расположение Цезаря. Но мне это не особо нужно. Так, у меня есть пистолет, да. Даже в хорошем состоянии. Lieutenant. I was just thinking about you. Так. That's so. Да, ну. I was. Да, я все думал про твою нежную шею. Pretty neck of yours. How sweet. Как мило. I was thinking about how it would look. Как красиво на ней будет смотреться арабский ошейник легиона. I'll pass. Я пас. Do you know what I love about our slave collars, Lieutenant? Знаешь, что мне больше нравится в ваших ошейниках? If you love them, maybe you should try one on. Если нравится, носи их сам. Мне нравится, как они плотно прилегают к шее. Я учу своих людей делать так, чтобы плоть рабов слегка выступала сверху и снизу. Знаешь почему? Молодцы, просто в восторге. Отнюдь. Если правильно надеть, тело никогда к нему не привыкает. It cuts in just enough when Он врезается ровно настолько, чтобы в каждом глотке или повороте головы. Ой, они помнили, к кому принадлежат, чтобы постоянно помнили о покорности. Но тогда прибери этот ошейник для другого. Да? Для кого? Для моего друга, с которым ты сейчас познакомишься. Там покорностью не пахнет. И кто же это? Ты знаешь все правила обращения с военнопленными, которые установили в НКР? Конечно. А мой друг не знает. Да, силы еще. Если попробуешь сопротивляться, я тебе лично мозги вышибу. Come on in, he's all yours. I'll be back in a bit to see how you're getting along. And I'll need you to surrender your weapons before you go in. You can pick them up from the locker on your way out. А как же оружие для скрытого ношения? Ну чё, поговорим? What an ugly little worm you are. Красноречие. Что-то ты путаешь. Кучу экскрементов я вижу перед собой. You must have some reason to be in your line of work. Tell me, what did the Legion do to you? Did we enslave your children? Slaughter your family before your eyes to teach you a lesson? Whatever it was, I hope I was there to give the order. Что-то грустно, когда некому приказывать. Все твои люди мертвы. Foot soldiers of the Legion are trained not to have to think for themselves, to have conflict removed from their minds. They kill themselves to evade capture because they are not trusted to make such a decision rationally in the heat of battle.
but I'm no foot soldier. I knew I could escape captivity on my own without revealing the tiniest iota of information to my captors. Так, здається мені, що у тебе просто шишка. А, що, шишка. О, господи, що я читаю? Ужас какой. Ой, здається мені, що у тебе... Что у тебя просто кишка тонка следовать приказу Цезаря. Это все ведется к тому, что он не покончил с собой. I'll show you gutless, you sniveling. All right, you can stop for a sec. Whoa, easy there. You're supposed to rough him up a little, not kill him. Why don't you step outside a minute, let off some steam. Get away nice from job. Get away from me. А где она вообще? Киска. I think my friend doesn't like you, Seelus. I don't know how much longer I can keep him under control. You think this will make me talk? A beating? This is the best you can do? Not just any beating, Seelus. A savage beating. A beating that you'll be reminded of every time you feel pain from now on. When my friend's done with you, you won't have any of your teeth left. You'll be drinking your food through a straw. Your ribs will never heal properly, and it will hurt every time you breathe. It'll be like your collars, Seelus. Impossible to forget. We don't go quietly. The Legion can count on that. Not the sort of wit I've come to expect from you, Seelus. You're getting nothing from me. I'm getting entertainment. That's something. So what's it gonna be? Are you gonna spill your guts to me? Or am I gonna let my friend the maniac back in here for some playtime? Seelus? Silent treatment, huh? Well, cheers, Dad. Have it your way. Come on back in. I think he misses you. Aww. Oh, and let me check you for weapons one more time. For your safety as well as his. You hit like a bedridden old woman. Дерешься как старуха при смерти. Повезло тебе. Enough, this is pointless. Ну чё, как? I'm dead to the Legion either way, I'll tell you what I know. But you should know that Kaisar has always kept his own counsel. He never reveals anything that would make him vulnerable. My knowledge will not prevent the inevitable. This camp will be ash within months. Maybe weeks. Может быть, мне стоит выбить из тебя более полезную информацию? Beat me all you like, but it won't make my information any more useful. You can take what I have or leave it. Ну тогда, ну, ладно. С твоей смертью я получу просто удовольствие. Блин, патрон заканчивается плохо. Hello? You weren't supposed to kill him! God damn it! Not only did we not get any information, but now you've ended his suffering too. Shit! Guess I can forget about a promotion this decade. Thanks a lot, asshole. Fuck! What am I gonna tell the colonel? Пока-пока. Yep. На самом деле он сдался. Ну, я не мог ему позволить рассказать всю инфу. Получена дурная слава, но я все равно свой человек. Так что не до дурной славы мне сейчас. Так, все при мне? Верно, верно. Теперь можно двигаться к легионерам. Но для начала я сниму броню.
Да уж, действительно, одену, пожалуй, свою стандартную броню, потому что в Легионе меня не воспримут как друга, а просто пристрелят как собаку. Ну, по крайней мере, попытаются пристрелить. Я им этого не позволю, само собой разумеется. Так, Нельсон. Или к Новак. О, Новак я даже любимец. Давайте в Новак посмотрим, что там по стволам есть. И тогда уже с Новак отвинемся, ну, к этим, к Легиону Цезаря. В любом случае, у меня есть там задание про секретный бункер мистера Хауса. Куда ты побежал, бродячий торговец? Ладно, неважно. Посмотрим, что тут по патронам имеется у человечка. Довольно-таки хороший торговец тут обитает. Так, здорово. Welcome back. Can I get you? Что продаешь-то? Sure thing. Have a look. Так, оружие, наука, речь. О, пасенсия. Урон 50. Ну, как бы, неплохо. Чини сам. Давайте-ка возьмем. Так, что тут? Вроде ничего особого, да? Да-да. Вот. Держи мачете. Держи вот этот пистолетик, боевой нож. Огнемет вообще копейки стоит. О, осколочную гранату я, пожалуй, оставлю. Дробовик охотничий. Вот за счет починю, короче, силовой кастет. Да, не знаю. Суперкувалду бери. Трость бери. Урон 41, урон 47. Нет. Знаете, я уж, пожалуй... А, нет, я ему все равно продать этого всего не смогу, поэтому... Так, комбез тот, что я ему продал, мой. Вот, 100p. У тебя должны быть стимулятор. Все давай сюда. Потом... что у тебя еще есть? Это две катаны. Так, ничего особо. Так, 10 миллиметров, 150 давай все. Потом... 5,56, это говно мне не нужно и даром. Вот эти вот для... А нет, стоп, это не то. Мне нужен 45 магнум, да? Или 308, ни того нет. Вот черт. Давай еще экспансивный, хотя пару штучек возьму. Потом... помощь. Антирадина, 2 штучки. Радикс. Очищенную воду. Там, если что, пригодится мне. Да и все, в принципе. Так, ну, все равно он мне не может всех денег отдать. Поэтому давай назад суперкувалду. Не, лучше трость. Суперкувалду я тебе сейчас отдам. Ай, черт, тебя подрал. Бери так. Пока-пока. Так, давайте починим мою винтовочку. Мою винтовочку. Ходячая винтовка, ремонт. До фула. Все-таки до фула. У меня на нее 500 патронов. Я великолепен. Так. Здорово. If you're an enemy of the NCR, you're an enemy of mine. Get out of my sight. Подожди, Бун, ты чё? Если ты враг НКР, значит и мой друг враг.
разбирайся с моим. If you're an enemy of the NCR, you're an enemy of mine. Hey there. Need anything? Sure. Ладно. Out of my sight. Хорошо. Здорово. What's going on, man? Как дела? Почему вы с Буном-то поссорились? Me and his wife. We didn't see eye to eye on some things. We had some pretty big arguments. Man, you name it. Я знаю. See, I grew up in North Van. So, and he... Крутые ребята. Кого вы защищаете? You name it. Anything. Я понял. Хорошо. Ночной снайпер. Да-да-да-да-да. Я помню это. Давайте дождемся ночи. А такой квест очень быстрый. Ну, серия получится побольше у меня сегодня. Но тем не менее, хочу это все в одну вместить. Жрать мне и пить не надо, поэтому... Так, он там с 12 ночи, по-моему, да? Бум, ты должен быть там. Я помню, у него украли жену, и тут местная продавчиха этим промышляла. Но я не знаю, хватит ли у меня скилла. If you're an enemy, if you're an enemy of the NCR, you're an enemy of mine. Get out of my sight. Не понял. If you're an enemy of the NCR. Ты не хочешь со мной разговаривать? Капец ты козел. Разный. Ночной снайпер. Мэнни Варгас упоминал, что есть другой снайпер по фамилии Бун, который держит дозорный ночью. У Буна недавно пропала жена. Ну, я понял. NCR, you're an enemy of mine. If you're an enemy of the NCR, you're an enemy of mine. Черт. Get out of my sight. Я не враг. Бун. Это все прикрытие. Ладно. Хорошо. Культурная слава, подумаешь. Я случайно убил того легионера. Всякое было. Говно случается, ребятки. Хотя вряд ли кто-то мне поверит. Так, пост рейнджеров Чарли. Давайте сюда. От рейнджеров Чарли, я думаю, ближе будет. Хотя шуть его знает. Я и на посту, в принципе. Так, ладно, ребятки, всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых видео, с вами был Марс, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых видео.